Настоящая сказка про принцесс и принцев. Первый финал конкурса моды и таланта «Мисс» и «Мини-мисс» «Мистер Интербриллианты Дальнего Востока» 2019 прошел на Камчатке. Он состоялся во Дворце молодежи в Петропавловске в воскресенье 8 декабря. Организаторами конкурса выступили краевое модельное агентство «Прообраз» и детское модельное агентство «Прообраз Kids» на Камчатке. Конкурс «Мисс» и «Мистер Интербриллиант мира» мы привезли 3 года назад в Россию. 3 года подряд конкурс проходил в Восточной Сибири, отборочный тур. И сейчас мы уже выходим за границы Восточной Сибири, привезли его на Камчатку. Сегодня мы отбираем детей и взрослых девушек на громкий титул «Мисс» и «Мистер Интербриллиант Дальнего Востока 2019». В конкурсе принимали участие девочки и мальчики от 4 до 13 лет и девушки от 18 до 35 лет. Выбирать лучших из лучших, а также присудить победу в различных номинациях будет компетентное и многоуважаемое жюри. Компетентному жюри предстояло выбрать победителей в нескольких номинациях. Модели оценивали по результатам прохождения конкурсных этапов. Это и дефиле в нескольких образах, и творческие номера. А также участники боролись за гран-при конкурса и право представлять Россию и Камчатку на конкурсе «Сокровища нации. Интербриллиант мира. Весна-2020», который пройдет в Чехии в городе Подебрады. Среди девушек победительницей стала Мария Ильина. Я очень рада, что выиграла. Я старалась, но до сих пор мне не верится, мне все трясет. Мы теперь отправляемся за победой в Чехию. Среди детей гран-при получил Павел Муратов. Я очень сильно рад, и мы долго к этому шли. И это первая, получается, победа, за которой я полечу в другую страну. В Чехию едем за победой! Большую помощь организаторам оказали родители маленьких участниц и участников. Вместе со своими детьми они окунулись в настоящую атмосферу стильного и модного праздника. Как рассказала бабушка одной из участниц, она очень рада, что ее внучка ходит в модельное агентство «Прообраз Kids» на Камчатке. Очень поощряю, потому что научат правильно ходить, правильно общаться с людьми, не бояться сцены. Они там учат английский язык, и еще фотосессии у нас часто происходят. Русские красавицы, стильные детишки, прекрасные принцессы и юные принцы. Все это было на финале конкурса моды и таланта «Мисс» и «Мини-мисс» «Мистер Интербриллиант Дальнего Востока 2019». Команда Mass Media News поздравляет всех участников, победителей, организаторов и желает не останавливаться на достигнутом. Впереди еще много конкурсов, побед и зажигательных эмоций.